Привет, друзья! Я продолжаю ходить по реальным местам съемок телевизионного сериала Lost. Хочу сказать, что делать мне это безумно нравится. Сначала я на сайтах, я дам ссылки внизу на сайты, ищу, какое место в эпизоде, где было снято. Смотрю, пересматриваю этот эпизод. После этого я иду в реальное место, где этот эпизод снимался, и делаю видео о том, как это выглядит на самом деле. Если вам это интересно, пошлите со мной. Итак, здание, из которого Лок выпал с 8-го этажа после того, как его вытолкнул в окно его отец. 3-й сезон, 13-й эпизод. Черт, как ты мог? Джон? Скажи мне, что ты этого не делал. О чем ты говоришь? Скажи, что парня убил не ты. Что? По-твоему, я мог убить Питера? Я прошу тебя порвать с его матерью, она завтра его убивает. Джон, успокойся, пожалуйста. Думай, что говоришь. Ты хочешь сказать, что если я позвоню, она подтвердит это мне? Телефон на столике, Джон. Какой у нее номер? Позднее было показано, что в этот момент, в этом месте присутствовал Джейкоб. Это было в пятом сезоне, 17-й эпизод. Фланнери О'Коннор. На вершине все тропы сходятся. Не волнуйся, все будет хорошо. И вот сейчас это такой красивенный кондоминиум. Это жилые квартиры в доме. Вот отсюда падал Лок, как бы с 8-го этажа. Вот так вот прямо происходило его падение, видно. И когда он упал, вот он лежал на траве, вот в этом месте. Вот прямо вот здесь, в этом уголочке, когда к нему подошел Джейкоб. Джейкоб при этом сидел на скамеечке и читал книгу. Это происходило вот здесь. К сожалению, самой скамеечки нет. Скамеечку, очевидно, ставили специально или просто потом убрали, я не знаю. Вот тут стояла скамеечка. Вот такое очень красивое здание. Это Waikiki Landmark. Здание Waikiki Landmark, которое находится по адресу 1888 Kalakaua Avenue. Я хочу сказать, что это здание само по себе заслуживает того, чтобы на него посмотреть. Оно сделано вот таким образом, как будто с проходом между двумя корпусами, которые соединены сверху на уровне, не знаю, какого там 40-го этажа. Вот это все парковки. Здание безумно красивое. На самом деле, та комната, в которую пришел Лок к своему отцу, она находится на 38-м этаже, 3801. В этом самом здании, предположительно. Вот. И даже видно номер комнаты, когда Лок заходит к отцу, даже видно номер этой комнаты. И видно из окон окружение. Я так посмотрела, и мне показалось, что действительно это может быть вид из этого здания. Ну а сам момент падения, как Лок упал, как он выпал из окна, это все проводилось на студии Гавайи Фильм Студио.
вот покажу вам еще это здание отсюда, с этой стороны. И скажу, что если действительно съемки проходили в этом здании, в помещении, когда Лок пришел к отцу, на 38 этаже, в комнате 3801, то по фильму, по сюжетной линии фильма, Лок выпал всего лишь с 8 этажа. И рядом с этим зданием находится мост. Калакауа Бридж через Алавай канал. И я иду к месту следующей съемки. Место, где Джин и Сун впервые встретились. Второй сезон, 5-й эпизод. И вот так это место выглядит сейчас. Вот по этим ступенькам Джин сбежал вниз, сюда на набережную. Вот он, этот мост, очень хорошо виден в фильме. А здесь вот на месте этого знака была приделана вывеска на корейском языке о каком-то концерте или еще о чем-то. Вот он сбежал вот с этих ступенечек и пошел вот в эту сторону. Здесь на бортике сидели двое корейцев, парень с девушкой. И, встретив девушку в оранжевом, где-то вот на этом месте, он оглянулся, чтобы посмотреть на нее, и натолкнулся на Джин. Ой, на Сун. Вот. Вот такое место, вот так вот оно отсюда выглядит, вот так вот здесь красиво. Действие в фильме происходит в Южной Корее, то есть по фильму вот это место — это набережная реки в Южной Корее. Следующая сцена происходит опять же на Алавай канале, место, где Сун встретилась со своим доктором. Второй сезон, 16-й эпизод. Эксона Ши! Сон Ши! Ким сенсейним? Чамкан чай ташижо! Вэйо? Мусен илишижо? Чамши дирил марсум иссибнида. 잠시만요. 잠깐이면 돼요. 선 씨. 지난번에 제가 큰 잘못을 했습니다. 사실은요. 선 씨에게 문제가 있는 게 아니고요. 네? 부근에게 문제가 있습니다. И вот в этом месте Сун шла с собачкой, гуляла вдоль канала. Это место находится опять же вот около этого моста, от которого я только что отошла, только с другой стороны. Она шла и подъехала вот сюда машина, из нее вышел доктор и признался ей в том, что она может иметь детей, а Джин не может. Вот этот знак, так интересно, на нем была повешена круглая такая табличка «Не гудеть». Трубка. И некоторые знаки, например, вот speed limit 25, вот там знак, и еще какие-то знаки были заменены другими, потому что в Корее таких знаков быть не могло. Эта сцена происходит как бы в Корее, в Южной Корее. Место, конечно, здесь тоже безумно красивое само по себе.
Я вот сейчас иду вдоль него и понимаю, какое я совершаю преступление, что сижу дома, потому что такая здесь неописуемая красота всего в двух шагах от моего дома. Это самый-самый вот с этой стороны конец Вайкики. Кстати, вот у этого здания тоже лифты ездят по торцу здания. Вот здесь, вот он пошел. Он пошел вверх. Ты красота. Вот, а с той стороны канала это уже район Аламуана. Ну вот на сегодня и все. Я столько раз ходила по этим местам, и никогда они у меня не ассоциировались с сериалом Lost. Сегодня я прошлась по тем же самым местам, взглянув на них совершенно другими глазами. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Пока!